Сейчас мы приехали в детский интернат, который находится в Ясиновке. А какой номер его? 36. Здесь сколько находится деток? 137. 137 человек здесь находится постоянно. Дети здесь учатся и проживают. Здесь у них спальни и тому прочее. Вот сегодня один замечательный человек, но я не знаю, как его настоящее имя, но он очень скромный и позиционирует себя как позывной 744 из Москвы. Он прислал принтер для вас, для того, чтобы вы могли себе что-то распечатывать и что-то, всегда в школе он необходим. Особенно в интернате, где буквально отсюда, в нескольких километрах, находится Авдеевская промзона. И вы часто слышите, наверное, взрывы, да? Да, сегодня вот тоже что-то начали. Что, сегодня тоже бомбили, да? Ну, слышны были, я так считаю, что там взрывы были. Я понял. Спасибо большое людям с Москвы, большое спасибо позывной 744 и все, кто принимал участие вместе с ним, друзья, коллеги. Огромное спасибо и низкий вам поклон. Спасибо.